Еще раз добрый день, уважаемые дамы и господа. Наш эфир продолжает программа, которая носит такое интригующее название, неочевидное, но вероятное. Ведет эту программу Нина Бастет. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодняшняя тема. Тема будет называться «Карма или причины счастья или проблем в нашей жизни». Чуть не произнес фразу, которая не предназначена для эфира. Вот если бы я был не в эфире, это довольно часто встречается в соцсетях «Карма бич». Да. Я когда тоже посмотрела, что ж там люди пишут про карму, там как раз именно это и вышло. Вот именно потому, что это слово стало таким вот очень расходным, я хотела все-таки, чтобы люди поняли, что такое карма, и немножко объяснить, немножко побольше, как ее использовать. Во благо называется. Но, как всегда, я хочу начать с того, чтобы поблагодарить высшие силы и мою богиню Бастет, которая через меня во время передачи посылает вам любовь и исцеление. А еще, конечно же, чтобы у вас побольше открывалось сознание. Поэтому слушайте передачу, исцеляйтесь, раскрывайте свое сознание, и будем говорить о карме. Это не такая уж... невероятная тема, поэтому более серьезная, чем обычно в наших передачах. То есть, если в предыдущей особенно передаче мы могли очень много сомневаться, плоская Земля или круглая, то здесь, пожалуйста, отбросьте свои сомнения, отбросьте свои неверия, да, и поверьте в то, что карма – это очень-очень серьезное понятие, и правильно используя это понятие, вы сможете быть счастливее. А начать это я хочу с одного небольшого стихотворения, которое написал Арнольд, называется «Свет Азии». «Беспредельность ужасом стала, сердце мира вечную тюрьмой, если бы судьба вас приковала к колесу безжалостной рукой. Но на вас цепей не налагали, в вашем воля всяких мук сильней. В сердце мира нет людской печали, совершенство – цель земных путей». То есть орудие спасения человека от неудач – это воля. Вот мы об этом и поговорим. Мы все люди, такие очень разные, совершенно разные, да, сколько людей, столько и вот характеров. И тем не менее у нас есть что-то очень общее. И это очень общее, это тождественно всем людям, что все мы, ну, я не, наверное, нельзя говорить все, но там большинство из нас стремится к счастью. Но понимание счастья у каждого из нас разное. И все же можно в общем выделить, что такое, что значит человек, который счастлив, да, как мы можем считать счастливым человеком. Это не значит, главное, что он так себя считает, но будем считать, что мы считаем человека счастливым. Например, если он родится в хорошей семье, или человек родился в хорошем месте, то есть мы не говорим, что он не родился ни на Северном полюсе, ни в очень резко жарких странах, ни на экваторе, да, а вот в средней полосе, в хорошей семье, в хорошем месте. Если человек родился в красивом физическом теле, если человек обладает здоровьем, обладает хорошими ментальными способностями. И вот это тогда человек счастлив. А дальше все складывается в соответствии с нашей, условиями нашей жизни, да, потому что дальше мы будем говорить, а кто счастлив, а кто нет, почему кому-то дается больше, чем другому, почему кто-то удачлив, а кто-то нет. Ну и так же самое, как вот все, что мы говорили, когда человек счастлив, ведь он может быть и несчастлив. И вопрос, который задаются всеми людьми, я думаю, в мире в определенное время их жизни, всегда он встанет. Почему? Почему кто-то может продвигаться в социуме, кто-то имеет счастливую семью, почему кто-то живет комфортабельной жизнью, а кто-то живет в бедности, почему кто-то здоровый, а кто-то больной? С чем это все связано? Так вот, связано именно это со многими причинами, но самая главная причина, самая первая причина – это карма. И нужно понять, что такое карма, потому что очень часто люди используют слово «карма» как «карма» – это наказание. Но карма – это не наказание. Карма – это закон. Это закон природы, который, в принципе, является закон причинно-следственных связей. То есть закон причинности. А что мы говорим, что посеешь, то и пожнешь. Санскритское слово «карма»,
которая, кстати, очень часто используется и в славянских верованиях. Оно, карма, означает действие. И вся Вселенная – это непрерывная деятельность. Вся Вселенная управляет незыблемыми законами справедливости. То есть это и есть законы кармы. Есть карма прошлого, карма сегодняшнего и карма будущего. Вот, например, когда мы говорим о тех вещах, которые как бы мы считали бы человека счастливым, только что я упоминала, то это карма прошлого. Для того, чтобы человек родился в хорошей семье, в хорошем месте, счастливым, красивым и здоровым, то это была карма, которую он принес из прошлой жизни. Как же это происходит вообще? Как это происходит? Душа до того, как она воплощается, она подписывает контракты и решает, какие же вопросы она должна решить в этой жизни. То есть в соответствии с прошлыми жизнями, с ее опытом, с ее теми уроками, которые душа может решить, что она не прошла, она должна воплотиться. Она выбирает семью, выбирает место, выбирает день, потому что именно мы же все-таки рождаемся под определенными звездами, определенным знаком зодиака. Все это выбрано в соответствии с той кармой, которую человек наработал в прошлых жизнях. И это и есть карма прошлого. Карма сегодняшнего – это то, что мы делаем каждый день, то, что происходит в нашей жизни каждый день. И эта карма сегодня, в наше меняющееся время, время перемен, материализуется очень-очень быстро. То есть если раньше мы эту карму переносили на следующие жизни, то сегодня эта карма очень часто воплощается в реальность здесь и сейчас. То есть буквально, может быть, очень-очень быстро, но в этой жизни точно. И вот эта вот карма сегодняшнего и прошлого также может делать карму будущего. А что же все-таки делает, из чего состоит карма, каким образом она материализуется? Она делится на три составляющие. Это наши три рода сил, которые определяют человеческую судьбу и карму. Это мысли, желание или воля и поступки. И вот о каждом об этом мы поговорим. Итак, для чего мы делаем эту передачу? Я хотела бы, чтобы вы поняли о том, что все события нашей жизни, ни одно событие не бывает случайным. Ни от рождения, ни до смерти. В жизни нет скачков. Все имеет свою причину, и каждая ваша мысль, каждое чувство и каждый поступок идут из прошлого и влияют на сегодняшнее и будущее. И до тех пор, пока мы этого не понимаем, мы живем и думаем, что вот мы такие несчастные, или там кто-то несчастный не может там воплотить в жизнь свои мечты, или кто-то болеет, или у кого-то дети там, не дай бог, больные, или не может они воплотить свою мечту в жизнь, да? Но когда вы откроете для себя закон кармы, по-настоящему закон кармы, не то, что там пишут в сетях, наказание и так далее, когда вы по-настоящему поймете, что нет случайности, и все имеет причину, и возьмете на себя ответственность за то, что происходит в вашей жизни, тогда эти явления выдвигаются перед нами из бездны неведомого, и вы можете ими управлять. То есть причина нашей того, что мы думаем, что мы несчастны, это в том, что мы не верим, не знаем законы духовного мира. И мы считаем, что что-то случилось случайно или что-то, чудо какое-то произошло. Все потому, что нет понимания, откуда идут явления нашей жизни. И мы даем название судьбы, случайности, чудо. Но это все равно ничего не объясняет. Потому что тогда очень жалко, но почему это чудо произошло там с этим человеком, он выиграл там миллионы, а не со мной? Или почему там какая-то случайность произошла с другим человеком или со мной? Нехорошая случайность, а с другим хорошая. И только когда человек узнает, что вот управляют события его жизни именно законы, когда он убедится, что эти законы доступны исследованию и действия их могут быть сознательно направлены по воле человека, тогда кончится его бессилие, и он сделается господином своей судьбы. Он сможет поменять свою жизнь, поменять свою судьбу. И когда он поймет, что каждую минуту, каждую секунду своей жизни мы творим свою судьбу.
и не можем ни на кого ее спихнуть вину. Все, что происходит, происходит по нашей вине. Только тогда мы можем изменить свое отношение к этому, и тогда мы можем стать счастливыми. То есть вот положение, в котором мы находимся в каждую данную минуту, определяется строгим законом справедливости и никогда не зависит от случайности. А вот слово «случайность» по отношению к событиям в жизни – это понятие, созданное невежеством. И в словаре человека, который считает себя мудрым или умным, этого слова по отношению к твоим событиям в жизни нету. То есть я страдаю сегодня от того, что в прошлом я приступил к какой-то закон природы. Назовите это божественным законом, как вы хотите. Но это закон, который, к сожалению или к счастью большому, наверное, все-таки к счастью, действует на этой планете. То есть кто в первый раз слышит о карме и начинает понимать, что все его действия подлежат такому же неизменному закону, по такому же закону, как в природе сменяется день и ночь, и тогда этот человек понимает, что такое карма. То есть карма – это то, что нельзя поменять, оно случается и все происходит. А вот изучение кармы – это очень сложная задача. Еще раз говорю о том, что есть три силы, три рода сил, которые определяют карму. Это мысли, желания и воля, и поступки. Что такое мысль? Вот мысль строит характер человека. Есть интересный такой анекдот, когда человек каждое утро, мужчина, стоит перед зеркалом и говорит: «Дети сволочи, жена сволочь, на работе начальник сволочь». А за ним стоит ангел и говорит: «И зачем ему это нужно?» Да? То есть, зачем ему это нужно? Думайте хорошо, и ваш день сложится прекрасно. Поэтому улыбнитесь этому зеркалу. Помните, я уже, кстати, говорила на прошлой передаче, от улыбки все поменяется. Поэтому вот группы однородных мыслей, повторяющихся на протяжении нескольких жизней, то есть вот человек все время думает одинаково, там, типа, я не знаю, там, правительство плохое, я не знаю, политика плохая, дети плохие, и вот эти, и всех, например, начинает осуждать, то это в следующей жизни определяет его характер. То есть и получаются такие, как называемые, врожденные черты характера, то есть это врожденные мысли и способности. И это является именно работой прошлых мыслей. И вот зная свойства мысли, а мысль на самом деле намного быстрее, чем скорость мысли намного быстрее, чем скорость света, да, и передается она очень быстро. И зная свойства мысли, что мы все время, она очень быстрая, нужно просто поменять свои мысли и думать о положительном, а не о отрицательном. Итак, зная, что свойства мысли строит характер человека, человек путем сознательной внутренней работы может постепенно выстроить свой характер по-другому. А нам всегда говорили, вот характер изменить невозможно. Это неправда, совершенная неправда. То есть вы можете изменить свой характер сознательной жизнью, сознательным изменением своих мыслей. То есть вот интересная такая есть фраза: человек создание размышления. Над чем размышляет в этой жизни, тем он становится в следующей. Именно поэтому, когда мы понимаем о том, что наша душа бессмертна, и есть цепь перевоплощений, то есть только тогда мы можем понимать, что не только на сегодняшнюю жизнь влияют наши мысли, действия и желания, но и на следующую жизнь. Я не призываю вас думать только о следующей жизни, как людей, там, святых людей, потому что все-таки я сама очень ориентирована на эту жизнь, хочу прожить ее в счастье и хорошо. Поэтому просто поймите о том, что ваши мысли сегодня строят ваше завтра. Не только в следующем воплощении, но и в этом. Я вот хочу... Есть очень часто нам судьба дает разнообразные хорошие возможности, которые представляются человеку, но по какой-то его нерадивости или лени пропускаются. И они, кстати, часто всплывают сызнова, но уже в другой форме. Это могут быть неопределенное влечение куда-то, куда вы раньше пропустили, или какая-то смутная тоска, которая не получает удовлетворения, или силы в прошлом, которые вызывали четно к проявлению, то есть кармическим требованиям, у вас была кармическая завязка, которую вы должны были сделать, а вы этого не сделали. Есть очень интересная притча, что к человеку пришел ангел и говорит: ты можешь быть в этой жизни богатым, ты можешь быть в этой жизни счастливым,
ты можешь иметь в этой, быть в этой жизни очень известным человеком. Ну, человек обрадовался, говорит, классно, да? Прожил жизнь, абсолютно бездарную, пустую жизнь, умер, приходит на небеса, встречает того же ангела, и говорит ему: ангел, ты меня полностью обманул. Ты мне сказал, что я буду богатым, счастливым, известным. А я, говорит, прожил абсолютно бездарную жизнь. Он говорит: нет, ты меня не понял. Я тебе сказал, что ты можешь быть богатым, известным и счастливым. А ты помнишь, говорит, вот там бизнес тебе предлагали тогда-то, помнишь? Да, говорит, а ты побоялся. Нам пришлось этот бизнес отдать другому человеку. А ты помнишь, говорит, там ты встретил такую блондинку красивую, а ты испугался. Нам пришлось дать ей другого мужа. А ты помнишь, говорит, было землетрясение, и ты должен был выйти из своего подвала и спасти очень много людей. Тогда бы ты стал был очень известным. Но ты пропустил и эту возможность. Ты спрятался в подвале, и спасать людей пришлось другому человеку. Так что ты мог быть богатым, счастливым и известным. Но свою возможность, ту, которую тебе предоставила твоя карма, ты не взял. Поэтому это нужно очень внимательно смотреть, за что же происходит в нашей жизни. Может быть, действительно, это, как мы называем, кармические ситуации. А кармические ситуации – это те ситуации, которых избежать невозможно. Есть еще один такой интересный случай, который был описан в книге Пауло Куэльо, когда журналист ехал к одной просвещенной. И вот он ехал, и вся машина полная людей, и они по дороге имеют car-accident. Ну, они имеют аварию. И во время аварии никто не пострадал, кроме того, что машина просто в тотал, полностью разбита, и он не понимает, мы вроде бы шли с такой благой, с благим намерением, шли к просвещенной женщине, и они приезжают к ней, и он ее спрашивает: скажи, пожалуйста, а что произошло? И она ему говорит: бывают такие события в жизни, которые невозможно поменять. И это вот тот момент в жизни, когда, если бы, например, ты вел себя по-другому и делал еще больше грехов и набирал карму вместо того, чтобы ее сжигать, то, скорее всего, твоя жизнь могла бы, в принципе, закончиться. Но посмотри, никто не пострадал. То есть события предотвратить невозможно было. Авария должна была произойти. Но из-за того, что твои были правильные мысли, правильные действия, может быть, твоя душа приняла решение не уходить из этой жизни. Просто была авария, никто не пострадал. Вот и все. То есть кармическая ситуация сработала. У меня, кстати, самой была такая по жизни кармическая ситуация, когда я ехала на машине, и вот вижу, и еду, не понимаю, куда я еду, в Коста-Рике, из подруги своей говорю: я не понимаю, чего мы туда едем, непонятно. Денег нету, и незачем нам туда ехать. И вдруг раз прямо перед нами видим радугу. Притом радугу – это вот как знак, что вы правильно идете, и ангелы вам с вами рядом. А в принципе радуга была в таком месте, где ее не должно было быть. То есть там было полностью, шел дождь, ни грамму солнца, вообще холодно, то есть совершенно другое. И я понимаю, что что-то… Я говорю: ой, посмотри, радуга, мы правильно едем, зачем-то нам туда надо. И ровно… Даже минуты не прошло, как мы врезаемся в машину. То есть в нас врезается машина. И я так посмотрела, открыла дверь, посмотрела, радуга была еще там. И я сказала: ну, значит, это должно было произойти. То есть кармическая ситуация должна была произойти, никто не пострадал, значит, все-таки мы как где-то в каком-то месте делали что-то правильно, но опять же никто не пострадал. То есть бывают такие ситуации, которые изменить невозможно. Еще что нужно знать по поводу мыслей. Мысли отражаются не только на человеке, который испускает эту мысль, и творце этой мысли, а мысль отражается на всех вокруг людях. И 90% мыслей, которые мы имеем в своей голове, в основном не наши. И когда мы это понимаем, есть определенные практики, которые… вот есть такая, например, Access Consciousness, есть такая система работы, но есть другие работы, системы работы и с мыслями, и с эмоциями, которые я практикую в своей практике. И когда вы начинаете убирать ненужные мысли, плохие мысли, вы понимаете, что это вообще были не ваши мысли, и повышаете свои вибрации. У нас есть телефонный звонок, если вы не возражаете. Okay. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Вопрос Нине можно задать? Конечно. Да, Нина, вот смотрите, да, это все прекрасно, карма. Я вам расскажу один случай, и, кстати, этот случай, он происходил вот, может, 5 лет назад.
Помните, когда разбился над Атлантикой самолет и упал в Атлантический океан, он летел, кажется, с Бразилии во Францию, а Airbus, насколько я помню. Три семьи опоздали на этот самолет. И вот какая карма. Да, кажется, они спаслись от этого, от крушения авиалайнера и остались живы. Но факт заключается в том, что после, по прилету в Европу, одна семья, кажется, погибла в автомобильной катастрофе в Германии, насколько я помню, это давно я читал, а вторая ехала, муж и жена ехали в Италию со Швейцарии, или я вот не помню, и они тоже погибли в автомобильной катастрофе. И как тогда объяснить эту карму? Значит, от кармы не уйдешь? Я вас по радио послушаю. Да, кстати, передача очень хорошая, не обращайте внимания, потому что у нас есть санитары филологии и русского леса, и они любят слушать с интересом ваши передачи, а потом наберут в рот фекалий и фильтруют их, выплескивают на других радиостанциях. Но ваша передача интересная, независимо от того, согласен я с вами или нет. Благодарю. Спасибо вам, Вадим, правильно? Спасибо вам, Вадим, за поддержку. Вы знаете, я думаю, что... То есть получается, что карма этих людей была все-таки погибнуть. Но, может быть, они какие-то вещи еще не успели доделать. Правильно? То есть если они все-таки погибли через какое-то время, может быть, еще что-то, что они, что-то их должно было задержать. Или просто они не должны были погибнуть в этом самолете. Это что же, помните, есть такой плохой анекдот по поводу самолета, когда он падает, и люди молятся, говорят, спаси нас, Боженька, а Боженька раздвигает... облака и говорит, я вас сюда 5 лет собирал, о чем вы говорите, какой спасибо, вы должны умереть, да, то есть кроме кармы, наверное, еще, это карма, которая, наверное, нарабатывается не просто в прошлой жизни, но и в этой жизни. Вы знаете, по поводу смерти, я верю в такую теорию о том, что есть три даты, когда человек должен умереть, то есть до того, как человек воплощается в эту жизнь, он выбирает 3 даты смерти. И по приближении к каждой из этих дат происходят какие-то опасные события. И в этот момент, вот, я думаю, что, я не знаю, кто, или, наверное, сама душа смотрит, готова ли она уйти, выполнила ли она свои задачи. Или, например, бывают такие случаи, когда человек вместо того, чтобы свою карму сжигать, как было предположено, начинает выбирать, набирать намного больше. То есть он делает еще больше греховных, я не люблю слово греховных, но ошибок еще больше. И поэтому он должен уйти именно в этот день. Поэтому, то есть только на 3-й раз якобы, есть такая теория о том, что только на 3-ю дату смерти человек уходит. Поэтому почему этих людей спасли от самолета и все-таки они погибли в другом месте? Я знаю, у нас в Чикаго был такой очень интересный случай, много лет назад. Ну, я не хочу, потому что это известные люди вовлечены, рассказывать. То же самое. Один человек другого спас. Тот, кто спасатель, погиб, а тот человек, который должен был погибнуть, все равно умер через месяц. Поэтому как бы, ну вот так работает карма, да, так бывает. Нин, давайте мы на минуту прервемся буквально. На мгновение, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Неочевидное, но вероятное», автор и ведущая Нина Бастет. Итак, мы продолжаем эту тему, карма. Да, кстати, если у вас будут вопросы или комментарии, вы всегда можете набрать номер телефона нашей студии 847-400-5200. Мы обязательно дадим вам возможность либо задать вопрос, либо прокомментировать. Нин, если вы не возражаете, у нас есть звонок. Давайте звонок, потому что потом я хотела сделать пару объявлений. Да, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Нина, это Александр. Хотел первым делом поблагодарить. Не так часто на наших радио звучат передачи, которые подталкивают людей о чем-то интересном задуматься. Вот. И пару слов просто добавить, что действительно, если человек серьезно с собой проводит внутреннюю работу, то он может и жизнь продлить, и это все очень поддается изменениям, это раз. И во-вторых, вот когда ты проговорила про 3 части, что человеку дается 3 раза зов. Есть даже такая книга в Агни-йоге, называется «Зов», и там написано, что человеку дается зов 3-жды. Разным вещам. Если человек не слышит и не хочет больше слышать, тогда, чтобы он больше не натворил ненужностей, то он может уйти из воплощения. Спасибо за классную передачу. Еще раз всего доброго.
Спасибо, Александр, спасибо большое. Я бы хотела просто до того, как продолжить, сделать небольшое объявление. То есть, чем могу я вам помочь, если, когда вам это понадобится, что я делаю в моей практике? Я помогаю людям, которые желают найти себя, помогаю сделать правильный выбор в сложных вопросах, которые касаются или отношений, или бизнеса. Помогаю найти решения в разных жизненных ситуациях. При этом я использую духовные энергетические практики, и мы совместно с вами, не только я сама, а мы выбираем оптимальную дорогу к счастью. И для этого я использую такие методы, как ароматерапия, медитации, рейки, энергии кристаллов. И самая моя любимая практика – это регрессии в прошлой жизни. Поэтому, если вам нужна помощь, звоните по телефону 224-688-0155. Следующее объявление – это что следующая встреча клуба «Женской силы. Я богиня» состоится 22 октября в 7 часов вечера в круге. Дорогие женщины, богини, и приходите, пожалуйста, и вы сможете открыть в себе ту богиню, которая поможет вам идти по жизни легко и радостно. Мы разговариваем не только по поводу богинь, но и на разные душевные темы, женские темы, и вы можете найти себе подругу или просто хорошо провести время. Вы можете послать смс с вопросами. 224-688-0155, или просто приходите в круг в понедельник в 7 часов вечера 22 октября. И еще, если у вас есть наболевший вопрос, который вы можете, вам хочется спросить, вы можете его задать сегодня Архангелу Михаилу. И для этого вам нужно в течение следующего часа прислать мне СМС. Только не оставляйте месседж, вы его не сможете оставить, только СМС с вашим именем и возрастом. Я вам перезвоню, как только смогу. И вы сможете задать вопрос ангелу. Еще раз, телефон для СМС 224-688-0155. И вернемся к карме. Что же второе, вот мы говорили про мысли, да, то есть про мысли. И еще раз я хотела бы сказать, что от негативных мыслей вы можете избавиться. А то, что вообще есть... Избавиться для этого есть определенные практики, некоторые из них более сложные, некоторые легкие, но тем не менее это можно сделать. А вот о том, что мы своими мыслями можем иметь возможность материализовать события, я уже много раз говорила, и хочу сказать о том, что еще в 1926 году был произведен эксперимент, по-моему, Гейзенберг и Борг, в том, что в зависимости от наших мыслей и желаний наблюдателя, свет проявляется или как частица, или как волна, да? То есть мы влияем на наш мир вокруг нас. Мы имеем возможность материализовывать наши желания и выстраивать окружающий мир под себя. Правильно? То есть вот у Зиланда есть такая фраза, он говорит, мир поворачивается к вам той стороной, которую вы хотите увидеть. Хотите увидеть как волну? Будет вам волна. Хотите увидеть, как частица, будет вам частица. И поэтому, когда в вашей жизни происходят или желательные, или нежелательные изменения, очень важно понять о том, что это ваша ответственность. И только когда вы возьмете на себя ответственность за свою жизнь, вы сможете ее изменить. Следующая вещь – это желание. Вот, а вот желания связывают человека с предметами его желаний. И желания нам создают или будущих врагов, или будущих друзей. И может нас соединить с такими людьми, о завязывании связи, с которыми мы даже не подозреваем. Например, вот очень интересно о том, что ваше неправильное желание может даже дать толчок к преступлению или убийству. То есть если, например, бывают такие моменты в мире, да, в universe, когда добро и зло очень... тоненько, да, вот в момент, когда вот что победит, добро или зло, непонятно. И вот очень злой порыв какого-то одного человека может повлиять на другого человека. И этот человек совершает преступление. То есть порыв злобы и желание нанести вред у одного проявится у другого. То есть первый поддастся искушению и убьет, а создатель злобной мысли будет связан в будущем воплощении с убийцей. И даже если они вовсе и не знали его. То есть вред, причиненным злобным порывом, связывает этих двух людей. Вы знаете, у меня на регрессии в прошлой жизни была одна девочка, которая пришла, ну, совершенно по другому вопросу, американка. Она там, был вопрос по поводу каких-то отношений со своим мужем. И вдруг она видит в своей регрессии о том, что ее мать
ее в прошлой жизни убила. То есть и убила, не просто убила, а убила с такой мыслью: «Я победила». И эта девочка только потом говорит: «Вау, теперь я понимаю, почему у меня такие сложные отношения с матерью». И тем не менее, посмотрите, мать убила, вернее, два человека. Один убил другого, и карма их приводит в отношения матери и дочки. Вы можете себе представить, какие сложные отношения в этой семье. И тем не менее, оба должны вынести какой-то урок. И урок кармический, скорее всего, то есть дочь должна признать мать, а мать должна, наверное, изменить свое отношение к дочке. А вот для того, чтобы посмотреть, что связывает двух людей из прошлого, очень часто это бывает отношения из прошлого, вы можете прийти ко мне на регрессию в прошлой жизни и это вам поможет или открыть, почему такой характер у вас, или почему такие события в жизни, или почему вы связаны с определенным человеком. Третья вещь, которая определяет карму, это поступки. То есть наши поступки, но вы же понимаете, да, что сначала это связано с нашим намерением, сначала это связано с нашими мыслями, а потом уже и поступки. Так вот, если вы совершали какие-то прошлые, в прошлом какие-то причинили кому-то страдания или вред, то в этой жизни вы можете, это может проявиться как ваша плохая карма и плохие события в вашей жизни. У нас есть звонок, если не возражаете. Конечно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Знаете, Нина, я хотела вас спросить, почему вы считаете, что карма – это плохо? Я где-то слышала, что карма – это как бы в переводе судьба, и карма может быть хорошая или плохая. Так же, как вот судьба может быть хорошая или плохая. И, ну, как бы считается, карму можно изменить или нельзя, это... Ну, у каждого разное мнение. Я слышала такое, что некоторые даже берутся, чтобы почистить карму, и иногда это плохо кончается. Но вот почему вы считаете, вот, ну, в общем-то, мой вопрос уже слышали. Спасибо за вопрос, но я вам хочу сказать, что я не считаю, что карма – это плохо, и это именно то, что я сказала прямо в самом начале передачи. Карма – это закон, который, это вселенский закон, который изменить нельзя. Это закон причинно-следственных связей. И я ни в коем случае не говорю о том, что кармические связи всегда плохие. Но у меня было очень много вариантов, когда кармические связи прямо в моей же жизни были хорошие. Я никогда не говорила, что они плохие. Мы говорим просто о том, как улучшить нашу жизнь, как сжечь негативную карму и как привести ее, ну, как бы продолжать жить счастливо. То есть поэтому, именно поэтому мы говорим больше о негативной карме, чем о позитивной. Просто потому что такая цель передачи. Потому что очень многие люди жалуются на других людей, на свои черты характера. Но вот я такой родился, вот я не могу ничего изменить. Вот, и потом, кстати, часто используют «это моя карма», такое слово. Именно поэтому я хотела вам сказать, это не так. То есть свою карму можно изменить, это раз. Во-вторых, да, они правы в том, что какие-то черты характера сложились из-за кармы, но их можно изменить. А вот не дай бог, ну вот не дай бог, конечно, я могу вам сказать, если вы пойдете кому-то почистить карму, и это будете не вы сами, которые будете чистить свою карму, то, к сожалению, тот человек берет на себя вашу карму. Это, во-первых, это временное. Это личное мое мнение. То есть, может быть, есть какие-то люди, которые могут почистить, но то, что я вижу на своем опыте, в принципе, это очень тяжело. То есть, кстати, мы говорили про одну из прошлых передач о магии. Так вот, для того, чтобы на вас сделали кто-то там магию или приворот, или порчу, у вас тоже это должно быть в карме. Просто так. То есть, есть люди, которых невозможно приворожить, невозможно на них сделать порчу, просто потому что в карме у них этого нет. И те люди, которые пытаются это сделать, сами себе же сделают сразу же плохо. А вот если у вас это есть в карме, и вы договорились, ваши души договорились с человеком до того, как вы родились, что в такой-то период времени этот человек сделает на вас порчу. Я таких людей называю кармическими палачи. Кармические палачи. То есть не может же Бог, там, как мы да, знаем, там, типа Зевс взял, раздвинул облака и молнией на кого-то наказал. То есть для этого есть люди, которые выполняют свои задачи. То есть, может, это неправильное понимание, но я называю таких людей кармическими палачами. То есть они делают такие поступки, которые можно назвать неизбежными. Вот он должен сделать какое-то плохо там, или помочь вашему разорению, или помочь какому-то разводу, или ну, какими-то своими нехорошими
действиями, да? То есть они вроде бы нехорошие с нашей стороны, но, может быть, мы договорились когда-то о том, что это будет сделано. У меня самой лично в жизни это было. И вот развязывание кармического узла вот с таким человеком, который сделал вам неприятность или плохо, или порчу, и вы узнали об этом, или привез вам вред, вот развязывание кармического узла будет зависеть от вашей реакции на то, что вы будете делать. То есть если вы будете, вот сегодня нам задали вопрос, а вот нужно прощать или нужно вот пожелать зло. Моя теория, что нужно прощать. То есть это не моя теория, это лично мое понимание. Как-то мне это ближе. Есть люди, которые говорят, а почему я должен простить, вот человек сделал плохое. Потому что таким образом мы завязываем опять какой-то кармический узел. Потому что если человек сделал вам плохо, это было нужно для чего-то. Это можно быть... Мы даже не знаем для чего, потому что очень много чего мы делаем, просто мы в этой жизни не знаем. Хотя мы можем стать очень осознанными, повысить свои вибрации, изменить свой образ мышления и, может быть, узнать там в медитациях или в каких-то определенных практиках, кстати, во время айуаски я вот рассказывала, да, то есть вам может прийти информация, если вам это нужно знать. Если вам это не нужно знать, вам эту информацию не дадут. То есть, или если эта информация может кому-то повредить. То есть, что же такое вообще счастье? Как мы можем прийти к счастью? Вот, наверное, счастье – это когда человек может сам выбирать, что он будет делать. Да, вот свобода выбора. Мы говорим «свобода выбора» и при этом упоминаем карму. То есть, вроде бы есть карма, то какая же свобода выбора? Но карму можно победить, ее можно изменить. Изменять ее именно тем, что сначала вы изменяете свои мысли. Это самое первое. Без изменения мыслей вы ничего не сможете сделать. Если вы все время будете думать о негативе, этот негатив в конце концов или с вами случится, будет вас окружать, потому что вы, во-первых, наносите вред самому себе, а во-вторых, наносите вред людям вокруг вас, потому что точно о таком же негативе думают другие люди, потому что, как я уже говорила, сила... Скорость мысли намного быстрее скорости света. Поэтому эта мысль передается моментально другим людям, и то есть сделается такой как бы эгрегор, да, вот как определенные негативные мысли. То есть, да? И поэтому, поменяв свои мысли, самое первое, это то, что вы сможете чем помочь себе и другим. Когда вы поменяете мысли, ваши вибрации, вашего организма, ваша энергия, вашего тела совершенно поменяется. И тогда у вас начнутся меняться ваши желания. То есть, и вот тогда начинается свобода выбора. То есть, когда у человека, для меня, вот я так считаю, что когда вы живете осознанно, контролируя каждую свою мысль, каждую свою эмоцию, потому что контролируя мысли, у вас меняются эмоции, у вас чистятся эмоции. Очень много эмоций у нас хранится в нашем теле как блоки. И для того, чтобы их убрать, эти эмоции, нужно над этим работать постоянно. Потому что если мы энергетику нашего тела не меняем, то не меняется и наша карма, и мы продолжаем быть в плохих эмоциях, мы продолжаем быть в плохих ситуациях, встречаться с людьми, которые нас не радуют. То есть мы будем несчастны. Поэтому осознанность – это... Она, для меня, я поставила осознанность равна свобода выбора. То есть вроде бы есть карма, но когда вы живете осознанно, вы можете эту карму менять. То есть это называется сжигание кармы, проработка кармы, работа над кармическими связями и кармическими ситуациями. Когда сильный человек узнает, что он свободен, его оковы спадут сами собой. То есть вы будете разрушать свои привычки, меняя свои мысли. Это опять свобода воли. Уже если вы свободный человек со свободной волей, вы уже не раб этой ни системы, ни вашей жизни, ни вашего характера. И вы сможете все это поменять. Вы сможете поменять свой характер, и тогда вы сможете поменять события. И поменять свой характер очень важно для того, чтобы понять своих детей. Я все время упоминаю о том, что наши дети, очень часто мы сегодняшние, в определенном возрасте мы не понимаем наших детей, мы их все равно заставляем там делать какие-то вещи, следовать нашим старым стереотипам. А сегодня мир поменялся. И когда мир поменялся, мы должны понять, что и дети приходят в этот мир другие, совершенно другие. То есть если раньше, вот в нашем возрасте, там, трансформация, то есть трансформация, мы начинали трансформацию где-то
35-40 лет. Люди, которым вот сейчас 35 лет, где-то от 25 до 35, что я наблюдаю, трансформация у них начинается намного раньше, и они начинают понимать законы природы, божественные законы уже где-то, вот у них начинаются депрессии, потому что просто так ничего не происходит. Происходит совершенно, вот твое мировоззрение должно поменяться. У них это начинается где-то в 25, может быть, лет. И вот очень часто я вижу очень много людей, которым где-то от 25 до 35, они в страшных депрессиях, их сажают на антидепрессанты. А все, что с ними происходит, это происходит трансформация. Им нужно просто поменять себя. А нам, как их родителям, нужно научиться их не осуждать, нужно их принять такими, какими они есть, чтобы их не надо, чтобы с ними не происходило. Только помогать им меняться. Кстати, я хочу при этом об этом рассказать про синдром дефицита внимания и гиперактивности. Интересное, что произвел, рассказали, да? То есть у нас это ADHD, да, который синдром дефицита внимания, который очень часто прописывают таблетки людям, детей просто диагностируют с этим. Я считаю, вообще ADD – это чисто придуманная болезнь, болезнь, придуманная детям, потому что мы их не понимаем, их в школе не понимают. Они ведут себя по-другому. И вот есть одна книжка, где, я даже не знаю название, потому что я только сфотографировала несколько страниц об этом. И там на английском языке происходит разговор американского психолога, который спрашивает об этом индусов, которые тоже являются психологами в Индии и людьми вообще, бизнесменами, известными людьми в Индии. И он говорит, а как вы относитесь к тем людям, которые вот никогда не могут стоять на одном месте, которые все время меняется что-то в жизни, которые не могут быть в одном отношении с одним человеком все время, но при этом они всегда остаются очень креативными, у них куча энергии, куча мыслей, но они всегда другие. И индусы отвечают, мы называем этих людей благочестивыми, холы, да, то есть они почти святые, то есть это те люди, которые очень близки к просветлению, это те люди, которые готовы закончить, выйти из колеса сансары, но до того, как они выходят из колеса сансары, колесо сансары – это колесо перевоплощений, где постоянно мы следуем закону кармы, то есть эти люди до того, как выйти из этого колеса сансары, должны пройти несколько жизней для того, чтобы вот эти вот кусочки кармы закончить свои какие-то отношения с очень многим количеством людей. Поэтому они не могут сидеть на одном месте, они не могут быть в одних и тех же отношениях. Им нужно очень много вопросов решить в этой жизни, в этой инкарнации. А американский доктор говорит, ой, очень интересно, у нас ведь этим людям ставится диагноз называется синдром дефицита внимания, гиперактивности. Ну, индусы говорят, ну, что можно делать? В вашем обществе, даже нашим великим йогам и с вами тоже их называют сумасшедшими. При этом, что мы считаем их святыми. Поэтому просто вот будьте внимательны к таким детям. Ну, мой совет, ну, не давайте им, пожалуйста, таблетки, не садите их на антидепрессанты, на таблетки. Дайте им развиваться по-своему. Дайте им быть самим собой. Помогайте им просто поддержкой. Поддерживайте их. Они должны знать любовь. И все люди, дети, которые другие, а они другие сейчас, совершенно другие, они не хотят читать те книжки, которые хотим читать мы, они пришли, у них другая карма. И, кстати, их карма – это изменить нашу карму, всей нашей Земли. То есть помочь нам выйти из этого тоже колеса сансары, поднять наши вибрации и стать другими. Это то, что я хотела сказать о детях. Карма бывает… А еще вот я хотела поговорить о том, что есть такой путь героя. И еще тоже, что происходит, то есть мы, когда мы были молодыми, мы росли в эго, да, то есть сначала, когда ребенок рождается, когда человек молодой, ему все время хочется все для себя. И такое понятие есть, как путь выступления. То есть при этом его эгоизм необходим. Ему нужен эгоизм, он родит желание, а желание вызывает деятельность. И посредством деятельности человек растет. То есть и вначале при этом этот человек молодой, желает только для себя. Его эгоизм расширяется и включает в себя пределы сначала семью, потом семью, затем там племя, народ и государство. Но человек все еще пытается брать для себя.
И вот в каком-то определенном возрасте, как я говорила, вот, наверное, начиная, вот это вот тот есть возраст трансформации, который для нашего поколения, наверное, это лет так было с 35 начиналось, у кого-то 40-45, у нового поколения это начинается. Вот я вижу на своем младшем сыне, мне кажется, то, что я слышу про его друзей, у которых очень много уже начинаются депрессии и переходное вот такое очень серьезное состояние, у них начинается это уже почти в 16-17 лет. То есть это очень хорошо, они меняются, они переходят, называется путь возврата. То есть человек перестает больше думать о себя, о себе и думает о других. Поэтому, то есть то, что очень многие дети, молодежь там, они эгоистичны, не пытайтесь их поменять тоже, не пытайтесь, это их дорога, без эго, без эгоизма не было бы прогресса. То есть на каком-то этапе роста нужно эго и нужно двигаться вперед. А вот потом приходит понимание того, что все временное, то есть все желания, вот эти желания новой машины, желания нового дома большого, это желание все временное. И удовлетворить человека может только постоянное, а постоянное только вечное. А этим является божественная любовь. Я так понимаю, что мы подходим к концу, поэтому я хочу вам пожелать: трансформируйте свое сознание, расширяйте свое сознание, принимайте других какими они есть. Больше любите друг друга, прощайте и простите себя, самое главное. Все, что мы делали с пониманием того, что нам это нужно в тот момент. Поэтому я так понимаю, что мы закругляемся, правильно? Да, к сожалению. По взгляду Сергея. Мне так кажется, что про карму придется еще поговорить. Это такая тема. Про карму можно большое говорить очень много и долго, просто я пыталась как бы в очень сжатой форме. Ничего, у нас еще будет возможность. Спасибо большое. Спасибо вам.